парни каждый день подходят. Да стой, как зовут? Это важно. О, нет, ну сейчас я подумаю, какую-нибудь отмазку придумаю. Все, Даша, перестань. Меня зовут. Даша, я Женя, держи. Все. Очень приятно. Откуда едешь? С работы? А кем работаешь? Задротом в офисе. Задротом в офисе? Офисный планктон? Прикольно. Тебе, то есть ты не сможешь мне ничего интересного рассказать, придется мне рассказывать. Ты еще хочешь что-то интересное рассказать? Не, ну не сегодня, блин, сегодня я тоже домой еду. Когда у тебя свободный день? Да, да, да. Так это делается. Люди знакомятся, и они нравятся друг другу. Все, ты мне понравился, так это происходит. Когда свободный день? Всегда есть свободные пару часов, чтобы попить после работы там чай, кофе. Не завтра, или послезавтра. Окей, ну. То есть смотри, четверг. Я не знаю. Давай так, я тебе позвоню, и мы договоримся, когда. Что ты смеешься? Что еще раз? А ну сюда говори. Я не слышу. Ты мне позвонишь, да? Да, да, я позвоню один раз, больше не буду. Как бы. Может, ты мне просто напишешь? Нет, 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 мне не нравятся вот социальные сети, переписки, смайлики, это все и плохо. А? Только звонки, живое я общение. Придется, привыкай. О, Боже, да. Издеваешься надо мной. Почему? Что ты взяла? Давай, доставай я телефон. Социопат. Ой, вот это социопат, все, знаешь, мизантропы, социопаты, такие классные. Давай. Нет, ты доставай телефон. Ты? Доставай телефон. Записывай. Доставай телефон. Записывай мне короче. Ну, если я тебе нужен, доставай телефон. Тогда можешь идти. Если хочешь встретиться, то доставай телефон. Давай, открывай. Так, ну звонок. Давай. Кнопочки 8-9, звони. Прямо сейчас, подожди, мне дойдет звонок. Я просто не принимаюсь чужих. Это важно. И смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Все, пришел. Завтра ты до скольки работаешь, чтобы я позвонил? До 6. Все, хорошо. В 6 позвоню. Пока-пока. Нет, только так. Ой, ты серьезно? Да. Ладно, хорошо, давай, до завтра. Чувак, вот это я сделал круто на самом деле. Ты это не слышал, скорее всего. Ты бы видел, как я ее охуенно дожал. Просто пи***. Короче, она такая типа говорит. Я говорю, если я тебе нужен, то ты...